Приветствую вас, дорогая церковь. Мы продолжаем быть церковью, мы продолжаем служить нашему Господу. И я хотел бы прочитать из второго послания Петра что-то удивительное, о чем говорит нам апостол здесь. Я прочитаю из первой главы второго послания, с третьего стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». И с 10 стиха. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Что-то удивительное, что Петр говорит нам здесь. Он говорит о том, что мы соделались во Христе Иисусе сопричастниками божеского естества. Мы стали одним с Ним, и это произошло во Христе Иисусе. Когда мы говорим о церкви, мы часто используем слово «экклесия», которое означает «собрание». Но это не только собрание. А в этом слове также есть смысл избранности, что мы не просто собраны люди, которые просто собрались, но Бог предузнал и избрал нас. Это подобно тому, как молодой человек, когда ищет девушку для того, чтобы жениться на ней, и он высматривает, ищет добродетельную жену, и вот он находит ту, которая ему по сердцу, и она отвечает ему взаимностью. И тогда, как говорит Библия, двое становятся одной плотью. Так же и мы, когда Христос пригласил нас, мы откликнулись, и мы стали избранными. И поэтому давайте мы будем делать наше избрание и призвание все тверже и тверже, следуя за нашим Господом в Его Царство. Аминь.